Всем зрителям, подписчикам канала Райского усадьба, привет! Сегодня мы будем строить теплицу Легенда 3х6 под стекло. Вообще тут подразумевается несколько теплиц. 3х4, 6х4 и 6х2,5. Но фундаменты не готовы. Готов только один, пока начинаем с нее. Когда будем готовы остальные фундаменты, закончим. Пока разгрузились, сейчас все перетаскаем и начнем работать. Сегодня морозно, но солнечно. Покрыли мы стеклом стены, крышу. Остались у нас торцы, форточные блоки. Делать и установить систему подвязки. Это сегодня мы уже не успеваем, потому что у нас начинаются сумерки, день короткий. Так что остальное будем делать на следующий день. У нас завершился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу Легенда 3х6 под стекло. Светлая прозрачная теплица получилась. Основание бетонное. Двери по торцам алюминиевые стоят, с замками, все как положено. Там крючок есть. С другой стороны все то же самое. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40. Арки сверху с усилителем. Покрыто все стеклом, толщина 4 мм. Абсолютно прозрачная. Покрашен каркас полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Закреплен к бетонному основанию с помощью анкеров. По низу сделан отлив. Также имеется 3 форточных блока на термоприводах. Система подвязки. По 2 нитки на каждую сторону. И много усилителей диагональных, чтобы усилить каркас. Стекло крепится с помощью профилей, специальных систем, база, крышка. Один вставляется, другим защелкивается. По низу на стекла установлены уплотнительные резинки. Торцевой уплотнитель он называется правильно. Чтобы все было погерметичнее. Вот так вот все красиво получается. По торцам установлен прижимной уголок, который не только придает отличный внешний вид теплицы, но и прижимает стекла. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!